Полно вам, люди, себя сквернять недозволенной пищей. Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорируя о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съев которое мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Как раз в программе «Целебная кулинария» в гостях у Юрия Шатунова. Юра, я слышал твою любимую, знаешь, вот как бы сказать, разведка доносит, что ты начал любить там строганину, что-то такое сырое. Уже давно. Как ты его делаешь? Откуда это пошло? Ну, вообще, это пошло, скажем так, лет, наверное, 15 назад, или, может, чуть меньше, да, там, 12. Мы приехали то ли в Сургут, то ли в Нефтеюганск, то ли, ну, в общем, там где-то в том регионе. Ну, и в ресторане, конечно же, читаю меню, ну, и спрашиваю, что это такое. А там есть рыба муксун, это местная рыба. Я говорю, принесите, попробуйте, что это такое. Они говорят, ну, это мороженое, просто рыба, порезанная тольчиками, и, соответственно, соль и перец. Ну и принесли, я попробовал, мне понравилось безумно вообще. И с тех пор, когда я нахожусь в том регионе, то есть это первое, что я заказываю. Эту рыбку. И не только эту, там есть еще рыба, нельма, по-моему, она называется. Нельма. Ага, а я, знаешь, знаю, вот как раз был Михаил Муравов в гостях. Значит, что он, я думаю, что он там делает? Он также решил сделать сырое мясо. И знаешь, за счет чего сырое мясо? Все мы там думали, почему вот туда переваривают кролика. Ученые думали. И они поставили такой опыт. Взяли, значит, два стакана, наполнили желудочно-кишечным соком и бросили туда, в один стакан, вареную лягушку, в другой сырую лягушку и смотрят, что с ними происходит. Значит, вареная начала перевариваться и остановилась. Сырая через какое-то время полностью рассосалась, как это говорит, и зубы, и когти, и шерсть, и так далее. За счет чего? Оказывается, в клетках, клетка, да, есть такие образования, лизосомы называется, соляная кислота просто мембрану разрушает, потом мембрану, внутри где-то лизосомы, ферменты, они выходят и все переваривается. Судя по всему, вот вам и ответ, почему я в такой хорошей форме. И действительно, если сырую еду переваривается, ничего не откладывается в жир. И сырая еда как раз затрачивает меньше всего энергии на переваривание, и больше всего она ее дает. Но при этом надо, значит, помнить одну такую вещь. Значит, для того, чтобы там никаких там бактерий не было и прочего, вот как раз соль и перец. Почему строганина? Для того, чтобы все это тоненькими слоями, если что-то там имеется, оно просолилось, за счет соли, значит, убилось, за счет перца там еще переварилось там или сожлось и так далее, и так далее. То есть лука, перца, соли, все это можно побольше. И даже используют яблочный уксус. Промывается это, потом меленько измельчают, кучу зелени, и получается очень хорошее блюдо, которое влияет как на здоровье. Я смотрел один японский фильм, там мясо как раз ел, ну, по сценарию, так, для того, чтобы свою жену удовлетворять. Ну, возможно. У меня пока все хорошо. Хорошо. Что ты еще любишь вот из пищевых пристрастий? Ну, не знаю. Да все, по сути, я уже говорил, что я как бы ем все, что можно есть. Сырое, жареное, пареное, вареное не имеет значения. Ну, я думаю, что мы от твоего имени приготовим вот эту как раз рыбку строганину. Манная каша, рисовая каша. Каша. То есть каша на воде, на молоке. Без разницы. С сахара, без сахара.
без, ну, как бы сахара чуть-чуть. Хорошо, соли, соответственно, хорошо, чуть-чуть, но так, чтобы для вкуса. Хорошо, значит, мы как раз приготовим рыбу. Рыбу и приготовим кашу. И так им займем. От Юрия это было. Мандовые. Хорошо. Спасибо. И вам спасибо. Не буду больше злоупотреблять. Гостеприимство. Доброго здоровья. И вам не хворать. Как говорится. Спасибо. Итак, Юрий Шатунов говорит, что любит кушать разного рода каши. Прежде всего, чтобы приготовить кашу, надо понимать, а какое из зерен будет наиболее полезное. Зерно считается лучшим видом пищи для человека. И знаете почему? Потому что в процессе эволюции и пища, и организм не только человека, но и животных, они друг к другу привыкали. То есть каждый вид животного специализировался на поглощении того или иного рода пищи. К этому приспособились зубы, к этому приспособились особенности пищеварительной системы и человека, и животного. Ну, естественно, выделительной системы. Все это было приспособлено под употребление животным и в том числе человеком того или иного вида продуктов. И вот говоря о зерне, там, оказывается, все имеется для того, чтобы и питать человека, и, будем говорить, безболезненно выходить. Перво-наперво надо объяснить, что собой представляет зерно. И я взял такой вот макетик, который наглядно все это демонстрирует. Значит, платочек – это внешняя оболочка зерна. Она защищает зерно и вроде бы как и не нужна. Но на самом деле это прочная такая часть с обилием микроэлементов, жесткой клетчатки, которая, проходя по желудочно-кишечному тракту, будет как раз очищать и стимулировать на опорожнение. Значит, вот она. Его, как правило, в зерне, для того, чтобы она лучше хранилась, обдирают, и у нас остается еще две части. Остается крахмал, видите, вот он беленький. Это в основном тот продукт, который нас питает, дает энергию, дает нам силы. Также здесь содержится там небольшое количество и белков. И вот я взял вот такие ключики, которые демонстрируют зародыш. Самая ценная часть, которая дает жизнь этому зерну, чтобы оно прорастало и далее превращалось в растение, это зародыш. То есть в зародыше сосредоточена жизнь, сосредоточены витамины, биологически активные вещества. Это самая ценная часть. Так вот, оказывается, самая ценная часть, она очень быстро портится, и его также удаляют. Все, выбрасывают. А нам-то надо, чтобы была и оболочка, и зародыш, и, естественно, крахмал. И в итоге, когда мы кушаем каши, которые продаются, это очень важно понимать, из зерен, зерны обдирные, мы в целом едим крахмал. Этот крахмал, естественно, нас питает, тут есть небольшое количество белков, вроде бы полезно, но не совсем. Если мы такие каши обдирные едим, мы не получаем достаточно количества витаминов на их усвоение, переваривание, не получаем микроэлементов, которые содержатся в оболочке. И, естественно, не получаем самой жизни, которая нам и нужна. Поэтому, первое, если вы хотите для целебной кулинарии использовать каши, используйте их всегда цельными. То есть каша должна быть цельной. Далее, как такую кашу лучше всего приготовить? Естественно, когда будет варка, процесс варки, то он улучшает вкусовые качества, он улучшает там
несколько, будем говорить, пищеварительные качества. Но тем не менее он забирает самое ценное — жизнь. Поэтому лучше всего кашу готовить следующим образом. Хорошенько промываем цельную крупу. Итак, для целебной кулинарии мы используем только цельную крупу. Промываем цельную крупу, кипятим воду, помещаем кашу в термос с широкой горловиной, заливаем примерно на один объем крупы промытой, объема 3-4 воды кипятком и оставляем на ночь. В течение ночи происходит естественный процесс распаривания, и зерно становится мягким, хорошо жующимся, при этом более-менее сохраняет все свои целебные качества. Вот такую кашу лучше всего есть. Она будет и питать, и очищать. И важно понимать, что каша, в основном вот в крахмалистая часть, превращаясь в энергию, она выводится очень легко. В виде воды конечные этапы пищеварения нашего и углекислого газа. Вода через почки удаляется, углекислый газ удаляется через легкие, и немножечко там белковых отработанных элементов будет выделяться через почки. То есть нагрузка на организм от использования каш, можно сказать, минимальная. Поэтому-то наш организм лучше всего и приспособлен для питания кашами. Миша, я хочу еще добавить про крупы, чтобы действительно все знали. Вот рис. Дело в том, что раньше-то рис, оказывается, использовали не шелушеный, и в нем был действительно там и клетчатка, и витамины группы В, и все было нормально. Как только в Азии стали использовать шелушеный рис, то возникла болезнь берибери. Все заболели. Очень важно, чтобы были, значит, вот цельные, чтобы все было там, и витамины, и минералы, и оболочка, и это. Так вот, когда рис используется, он действительно он упитывает, то есть он дает, ну, и массу, от него там и жирочек. Ощущение вот, сытости он дает. Ощущение, да, сытости он хорошо. Если мы используем овсяную крупу, вот более ценную, то вот она больше дает силы. Вот не зря лошади ее едят и становятся такие вот сильные, будем говорить, лошади, да? А, допустим, вот гречка – это великолепный продукт. А если мы используем гречку, она, как бы сказать, еще даст, и вот она способствует тому, что обладает большими способностями к кроветворению. Далее часть вопросов задается, на чем лучше всего готовить. Значит, на воде, на молоке. Лучше всего готовить, конечно, на воде, потому что добавление молока привносит туда некоторые свои качества, которые уже не совсем хорошо сочетаются с крахмалом каши, вообще с кашей, и делают ее слизеобразующим продуктом, от которого начинаются частые простуды и ангины. Но давайте сначала разберем, почему именно на воде и не на молоке. Действительно, если использовать кашку на молоке, но она будет, как бы сказать так, вроде бы и сытнее, и лучше. Но дело в том, что здесь добавляется белок, и белок молочный, он не совсем сочетается и с просом. Вот. И получается, что этот продукт является слизеобразующим. Поэтому эту кашку нежелательно есть лицам, которые часто болеют простудными заболеваниями. Это предрасполагает, то есть образует в организме слизь, которая в этом климате сыром, холодном, вот, она еще возбуждается и ведет к простудам. Поэтому лучше всего убрать, просто сделать на воде. А вот что касается проса, это, знаете, намного будет полезнее, нежели рис. Рис, в первую очередь, он получается обдерной у нас также. А множество микроэлементов, которые находятся и дают пользу для нашего здоровья, они находятся в оболочке риса, а там уже нет. В просе же это есть. И, кстати, просо, знаете, оно такое маленькое и
обладает рядом таких уникальных свойств. Пшено способствует тому, что хорошо сращивает различные переломы. Если у вас там переломчик есть, накол кости, ну, пошли в гололед, споткнулись, упали, там гипс и так далее, то как быстренько восстановиться? Вот эту как раз кашку, которую вы сделали, пшено с просом, ее-то и надо будет есть почаще, именно просто. Она способствует тому, что дробит разные камушки в мочевом пузыре, значит, увеличивает мочеотделение, то есть моча быстрее будет выходить, не будет никаких отеков, особенно, знаете, разные бывают на ногах, там сердечного происхождения и прочее, прочее. Но, значит, оно вредно для беременной женщины, и, значит, переваривается оно все-таки помедленнее. А можно ли добавлять в кашу сахар, мед и так далее? Какие-то сладости. Вплоть до того, что сухофрукты вот добавляют, и каша делается вроде бы слаже, вкуснее. Значит, можно добавлять, но это уже будет не целебная каша. Для того, чтобы каша была действительно целебная, надо знать одну из особенностей переваривания крахмала. Оказывается, в ротовой полости перевариваются крахмалы. Они измельчаются, обрабатываются слюной, и из крахмала образуется сахар. Первая стадия пищеварения. И тогда она проглатывается. Будем говорить, дальше пошло. Если у нас уже во рту имеется что-то сладкое, вот этот механизм по перевариванию крахмалов, по расщеплению их, перестает работать. И поэтому он уже здесь должен обработаться, этот крахмал. А раз стадия переваривания крахмала в ротовой полости отсутствует, то она уже и в желудочно-кишечном тракте будет не так, как хотелось. И вот этот крахмальчик всосется в нашу кровь, поболтается неусвоенный, и далее он в виде сопелек выйдет наружу. Потому что слизь выводится только через легкие и носоглотку. Вот почему, если человек неправильно питается, он болеет простудными заболеваниями, и вот это вот по утрам откашивается, отсморкивается и так далее. Следующий вопрос, который волнует, а что добавлять туда? Ну, в смысле, какое масло лучше всего? Конечно, мы используем с вами сливочное масло, но топленое масло именно для здоровья оказывается намного лучше, нежели просто сливочное. Оно уже, знаете, становится более теплым. Вот все, что прошло термическую обработку, ну, будем говорить, вот она когда-то пилась, она же теплоту вот эту вот воспринимала. Можно использовать различные растительные масла. Но топленое масло будет лучше всего. И знаете почему? Потому что топленое масло, когда оно перетапливается, оно дополнительно вбирает в себя энергетику теплоты. А процесс пищеварения в нашем с вами организме есть не что иное, как тот же теплотворный процесс по расщеплению питательных веществ. Плюс еще все будет умащиваться, лучше будет проходить. То есть вот топленое масло для каши лучше всего. Так, Геннадий Петрович, вот вы говорите, что на молочке нельзя, а маслица мы добавляем. Так и там жиры, и там жиры. Есть действительно и в молоке жир, и есть жир и в масле, но все дело в том, что в молоке еще имеется белок. А вот сочетание вот белков с крахмалами, которые здесь как раз, вот не совсем желательно. Теперь вопрос. Стоит ли кашу подсаливать? И чем лучше? Кашу подсаливать можно. Можно обычной поваренной солью, но лучше всего, если мы с вами сделаем целебную соль из морской капусты. В морской воде все растворено. Все микроэлементы, которые имеются в земной коре, в растворенном виде, находятся в океанской морской воде. Те растения, которые там живут, а именно морская капуста, которую мы знаем под названием ламинария, она в сухом виде продается за копейки в аптеках, накапливает в себе все микроэлементы. То есть это богатейшая микроэлементная смесь,
которая очень полезна для нашего организма. Поэтому в качестве соли лучше всего использовать слои вещи ламинарии сушеные. Эти слои вещи мы с вами помещаем в кофемолку, перемалываем, и в результате у нас образуется порошок такой коричневый. Вот это и есть соль. Вот этой солью мы с вами и посыпаем нашу кашку. Вдобавок к тем полезным свойствам, которые дает сама каша, прибавляется свойство микроэлементов. То есть это обогащенная микроэлементами смесь, которая очень хороша для нашей кожи и вообще для нашего организма. Поэтому в качестве соли используем подсаливание с помощью слоевищ морской капусты, ламинарии. Следующий вопрос. С чем каша лучше всего сочетается? Я уже сказал, каша лучше всего сочетается с топленым маслом, с солью из морской капусты. И в качестве, можно сказать, гарнира каши можно использовать овощи. Овощи тушеные, различные корнеплоды, морковка, там, свекла, листовые овощи, там можно капусточку тушеную. Все это, естественно, заправлено зеленью. Это те продукты, которые дополняют кашу, делают еще лучок, естественно, можно немножечко чесночка. То есть тушеные овощи делают кашу более съедаемой. Там опять-таки имеется небольшое количество растительного масла. Все это более-менее перемешивается, сочетается, дает интересный такой вкус, и каша идет очень и очень хорошо. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была Целебная кулинария. До новых встреч!